Серия 26. Чего ты хочешь? Ее. Чиюнь, ты спятил? Ты наивно полагаешь, что один сражался за Хэ Туйлушу? Ты бы не достал их без нас. Хочу пригласить супругу принца погостить в Жодзяне некоторое время. Как вы на это смотрите? Чиюнь сейчас делает это не из любви ко мне, потому что хочет показать мне, что для собственного брата и даже супруга я не более чем просто безделушка. Все горы и моря, течение могучих рек, рельеф земель и климат — все подчиняется Хэ Туйлушу. И если вы оба согласны, я каждому дам по половине этой власти. А если согласится только один, тогда Хэ Туйлушу достанется ему одному. Ну и что же вы скажете? Довольно. Я и так пойду с тобой. Что? Амо! Брат, если ты не принесешь отцу Хэ Туйлушу, никогда не сможешь унаследовать трон. Я не вижу другого способа, кроме как пойти с ним. Не переживай за меня. Выполни приказ отца и принеси ему желаемое. Амо! Не волнуйся. Как пройдет несколько дней, просто отправь кого-нибудь за мной. Чиюнь, если ты не вмешаешься, я этого так не оставлю. Чиюнь, не забывай о своем обещании. Я уже согласилась уйти с тобой. Так почему ты позволяешь Тунджену преследовать моего брата? Я, конечно, не забыл о своем обещании. Но я согласился лишь отдать им Хэ Туйлушу в обмен на тебя. А вот о том, что я запрещаю Тунджену отобрать их и вернуть, разговора не было. Чиюнь. Тебе обязательно сейчас себя так вести? Я с опаской и преданностью доверила тебе собственное сердце. Старалась идти наперекор судьбе, мечтая провести жизнь с тобой. В жизни и смерти, в радости и в горе. Я мечтала доверять тебе, любить тебя. Быть навеки вместе с тобой. А что же ты сделал?
Ты хоть когда-нибудь доверял мне? Все потому, что ты раз за разом обводила меня вокруг пальца. Ты меня так ненавидишь? Неужели в твоем сердце лишь жажда власти и богатства? В нем не осталось и толики доверия и милосердия? Еще вчера ты пел мне песни о любви, что по глубине и морю не уступит. А сегодня в твоих глазах я не могу найти ни следа былых чувств. А ну стой! Не надо! Тебе не одолеть Тунджена! Так ты ведь с самого начала желал мне смерти! Трать больше свои силы. Тунджен! Амо, прошу тебя! Он атаковал тебя сумрачным пламенем, у тебя нет сил противостоять ему, Амо, умоляю. Раз лгала, то продолжай. Я не злюсь, мне безразлично. Да будь хоть лицемерна, ты мне нужна. Отпусти! Амо! Не подходи! Самой первой встречи. Ты все добивался благосклонности. Все что-то говорил, марал свой плащ в крови, и все лишь бы я была с тобой. Готов был все сравнять с землей, лишь бы я была с тобой. И сейчас я всем сердцем люблю тебя, вижу лишь тебя. Но разве ты хоть когда-нибудь любил меня? Амо. Не подходи ко мне! Отныне нас ничего не связывает! Если у меня перед глазами хоть тень твоя мелькнет, я предпочту ослепнуть! Если я хоть еще раз затоскую по тебе, я лучше вырву свое сердце! Амо, я защищу тебя. Не подходи! Что ты делаешь? Да лучше я умру, чем позволю тебе спасти меня. Амо!
Или позвольте мне сегодня встретиться само, или убейте. Ты глупец! Скорее уходи, уходи! Амо! Ты должна жить! Я прошу тебя, пожалуйста, не сдавайся! На этом Сюань Янжо прощается с вами. Амо! Милая женушка, так ты в итоге решила отдать свою жизнь за мое исцеление? Давай со следующего года, каждый раз в четвертом месяце, я буду ждать тебя под персиковым деревом в долине Бугуй. Мы обязательно дождемся друг друга. Если ты всегда будешь носить плащ, что я связала, я из года в год буду приходить увидеться с тобой. Чиюнь. Все, что я сегодня пережила, я не жалуюсь и не жалею. Но почему ты не сдержал обещание? Наше обещание, оно в силе. Амо! Отпусти ее! Она уже умерла! Спасать ее уже нет смысла! Даже вытащив, ты ее не вернешь! Отступись, ты ведь сам погибнешь! Думаешь, если погибнешь с ней, сестрица Жо будет счастлива? Ты... Позволь ей в спокойствии покинуть этот мир. Знал же, что будет так. Почему же тогда не верил ей? Стойте! Вернитесь! Сестрица Жо. Сестрица Жо! Это не только их вина, но и моя. Мы будто сами толкнули тебя туда. Сестрица Жо. Сестрица Жо! Я иду. Вперед.
почти пришли, держитесь! Почти пришли, еще чуть-чуть! Старший принц! Старший принц, что с вами? Старший принц, кто-нибудь помогите! Джижо! Джижо, что случилось? Ваше высочество! Джижо, очнись, ты в порядке? Что случилось? Кто это сделал? Тунджен и Сюаньму! А почему вы вернулись только втроем к Диамо? Ее забрал Чиюнь! Тунджен... Сейчас самое главное позаботиться о них скорее! Наконец-то вы вернулись. Ну как? Хэтуэлу Шу у вас? Спросите своего названного брата Чиюня. Симан, объясни, что произошло? Мы несколько дней противостояли великим воинам других народов. Мы помогли Чиюню заполучить нефритовое яйцо. Мы могли бы одним махом разделаться с Джижо и Юйченем. Это бы сильно ослабило Сюаньян. Только кто мог ожидать, что вдруг появится Шанлунь? Он спас принцев Сюаньян. А потом господин Чиюнь предложил Шанлуню и Юйченю обмен. Он отдал им Хэтуэлу Шу. В обмен? На что? А на что еще, если лично просил о том Шанлуне и Юйчене? В обмен на то, что Сюаньян Джо проживет с ним несколько дней. Ради женщины он лишил нас возможности на победу над другими. Случилось то, чего мы и опасались. Я так и знала, что Сюаньян Джо и есть главная слабость Чиюня. Однако совсем не ожидала, что он отдаст Хэтуэлу Шу. Он подставил под удар весь народ Сюаньму. А где Чиюнь? Он вернулся в Жодзян? Он определенно вернулся туда вместе с Сюаньян Джо. Я ранил Сюаньян Джо. Теперь много от кого следует ждать проблем. Нужно найти, где укрыться. Ваше Величество, я прошу прощения за то, что не принес вам Хэтуэлу Шу. Прошу вас в наказание отправить мое войско на усиление границ. Генерал Тун, не стоит порицать себя. Вы с Синманом никак не повинны в случившемся. Слушаюсь. Прошу, Ваше Величество, довести дело до конца. Хорошо, я прислушаюсь к вашим словам. Благодарю. Генерал Куньбу, почему вы сидите здесь один? Где Чиюнь и Амо? Шанлунь из Линьюнь? Хорошо. Хорошо, хоть принц Линьюнь Шанлунь, самый почетный господин заброшенных земель. Видимо, только у вас хватило совести вернуться. Спасибо, что сестрица Жо ваша супруга. Вы так спокойно обменяли ее на Хэтуэлу Шу. Для вас, сестрица Жо, всего лишь жалкая безделушка. Я признаю, что был неправ. Генерал, прошу вас, расскажите, что же случилось после моего ухода? Где сейчас Амо? Сестрица Жо умерла. Она погибла! Генерал Тунджен серьезно ранил ее. И после захода солнца она упала в пучины Юйюань. Еще никто не выживал ночью в Юйюань. Никто не выбирался живым. Она погибла из-за вас! Как же так? Уходите! Убирайтесь! Теперь даже на том свете сестрица Жо не захочет видеть такого бесчувственного человека, как вы! Сестрица Жо, я не буду знать покоя, пока не разберусь с теми,
кто сделал это с тобой. Пока ты была жива, у меня не было возможности отплатить за твою доброту. А сейчас, когда ты погибла, я обязан отомстить за тебя. Прости, Амо погибла. Я вернулся в Юйюань и встретил Куньбу. Он сказал, что Тунчжэн ранил Амо. А потом она, к несчастью, бросилась в Юйюань. Нам не найти даже останков. Мы убили ее собственными руками. Именно мы. Амо. Амо! Ваше Высочество! Ваше Высочество! Ваше Высочество! Вы, наконец, очнулись! Амо! Что с ней? Я не знаю. После того, как мы ушли, уже никто не знает, что произошло. Вероятно, ее куда-то увел Чиюнь. Чиюнь любит Амо. По крайней мере, он не навредит ей. Я тоже так думаю. Мне нужно скорее передать Хэтуйлушу отцу. Юйчэнь, прости. Амо погибла. Я вернулся в Юйюань и встретил Куньбу. Он сказал, что Тунчжэн ранил Амо. А потом она, к несчастью, бросилась в Юйюань. Нам не найти даже останков. Мы убили ее собственными руками. Именно мы. Принцесса, она... Как такое могло произойти? Слали людей во все уголки света, но не получили вестей о Чиюне и Амо. Непонятно, куда они вообще пропали. Может, следует отправить людей в долину Бугуй? Не только в долину Бугуй. Следует начать поиски в сельской местности Жудзяна. Возможно, он забрал Амо туда, где они смогут зажить спокойно. Генерал Куньбу, приветствую, Ваше Величество. Не нужно формальностей. Генерал Куньбу, может быть, вы знаете, куда пошел Чиюнь? Ваше Величество, Чиюнь ранен, и Сяо Я унес его восстанавливаться, но я не знаю, куда точно. Как Чиюнь мог пострадать? А что само? Я не знаю. Может, это и хорошо, что никто не знает, где Чиюнь восстанавливает свои силы. Ваше Величество, вы не знаете, вернулся ли генерал Тунчжэн? Он вернулся немногим раньше тебя. А где он сейчас? Скорее всего, в своих покоях. Странно, что Куньбу спросил о Тунчжэне. Сегодня какой-то странный день. Это не важно. Наверное, потому что он очень устал за сегодня. Я сейчас больше беспокоюсь о Чиюне. Куньбу сказал, что он ранен, но мы не знаем, насколько сильно. К тому же Чиюнь сформировал для нас два военных отряда, ему необходимо их тренировать.
Если на сей раз Сюаньян вздумает напасть, именно эти отряды придется в одиночку отправить в бой. Джижо! Или? Ты очнулся. Наконец-то! Если бы ты не очнулся, я бы отправилась в Сюаньму на расправу. Не переживай. Я в порядке. Как ты можешь говорить, что в порядке, когда так ранен? Мы только поженились, а я уже чуть не стала. Прости, что заставил тебя волноваться. В любом случае, что бы ты ни говорил, я больше не позволю тебе одному покинуть дворец. Я пойду принесу лекарства. Или... А Амо, она вернулась? Она... Похоже, ее забрал Чиюнь. Что? Куда собрался? Ты и так ранен. Брат бы не позволил Чиюню забрать ее. Что-то тут не так. Я должен спросить у брата. Джижо! Джижо! Не торопись! Старший брат, ты еще не поправился. Зачем встал? Что само? Я слышал, что ее забрал Чиюнь. Как такое могло произойти? Ради того, чтобы наш народ получил Хэтуй Лушу, она добровольно пошла с Чиюнем. Почему ты не помешал ей? А еще объясни мне, неужели ты пожертвовал нашей сестрой ради получения Хэту и Лошу? Поправляйся. Раз у тебя есть более важные дела, тогда я сам разыщу Чиюня. Я верну Амо домой. Не стоит. Почему? Амо не с ним. Тогда где же? Она упала в бездну Юйюань. И погибла. Что это значит? Что значит упала в бездну? Что значит погибла? Ты куда собрался? Почему ты не отвечаешь на мои вопросы? Мне нужно выполнить приказ отца и передать ему Хэту и Лушу. Амо внезапно погибла, а все, что ты можешь выполнять приказы отца? Кто бы мог подумать, что для тебя жизнь Амо значит меньше, чем эти Хэту и Лушу? Ладно, Джижо, остановись. Джижо, Джижо, не горячись! Я знаю, что в тебе сейчас говорит гнев. Знаю, что для тебя это удар. Но я прошу тебя запомнить, что о смерти Амо никто не должен узнать. Иначе заброшенные земли постигнет хаос. А в таком случае смерть Амо окажется бессмысленной. Почему ты стал таким? Почему? Ты не мой брат. Ты мне не брат. Нет. Отец, я принес вам Хэту и Лушу. Хорошо.
Очень хорошо. Очень хорошо. Юйчэнь, а почему тут только половина? Чэйюнь разделил камень на две части, одну отдал Шанлуню. Но пусть это и так, зато артефакты не попали в руки к врагам. Ну что ж, половина тоже неплохо. Раньше у нас не было и частички от сердца Вселенной. Хорошо, что Хэту и Лушу не достались Сюаньму. Отныне мы в Сюаньян не будем ни о чем беспокоиться. Юйчэнь, ты и правда молодец. Я непременно щедро награжу вас само. Юйчэнь, что случилось? Юйчэнь, скажи, наконец, в чем дело? Амо мертва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.